Только сегодня вы танцевали. Так, и я уже видел вас на пьедестале сегодня. Ну, нам очень нравится этот турнир. Спасибо судьям, что они как бы нас продвинули на этот пьедестал. Ну, я думаю, что судьи вас не двигали, это ваш танец вас туда подвинул, да, а судьи лишь оценили ваше мастерство. На сегодняшний день получилось так, что среди этих соперников вы первые. Я вас поздравляю, давайте мы для того, чтобы вас зрители dansport.ru получше узнали и запомнили, и судьи, и соперники, и друзья, вы представьтесь, расскажите, где вы тренируетесь и какие у вас сегодня впечатления. Ну, я Таня Марюхина, я занимаюсь в клубе «Аминг». Живу в городе Старый Оскол. То есть вы к нам из Старого Оскола приехали, да? И сколько занял ваш путь? Много. Всю ночь, даже больше. То есть вы на поезде ехали, да? Нет, на машине. А, вы на машине ехали к нам. О, молодцы. Ну, я думаю, что ваши труды вознаграждены сегодня, да? Хорошо. Как тебя зовут и у кого вы тренируетесь? Меня зовут Гребенников Константин. Мы тренируемся у Натальи Карташовой и Андрея Марюхина в городе Старый Оскол, клуб «Аминг». Ну, можно передать тренерам привет и большое спасибо. Давайте в кадр. Всем привет. Мне очень нравится танцевать. Привет маме. Всем привет, кто нас смотрит. Ну, отлично. Ребята, как вам вообще обстановка на турнире? Я понимаю, что вам понравилось стоять на пьедестале, вам понравилось выигрывать. Вот как вам финальное соревнование? Что-то получилось сегодня или что-то, может быть, хотелось лучше сделать? У нас все получилось отлично. Ну, все получилось, все как хотели, так и есть. Спасибо организаторам, что устроили такой хороший турнир. Но мы-то с радостью для вас. Главное, чтобы вам нравилось и у вас все получалось. Мы будем делать еще лучше, лучше и лучше. А вот расскажите, как вам открытое судейство? Вы смотрели места свои после каждого танца или не отвлекались на них? Как вам? Ну, да, смотрели, волновались очень. Да, мы смотрели, очень волновались, какое место мы займем. Ну, отлично. Делать нам на следующие турниры открытое судейство, это для вас это интересно или не стоит? Наоборот, может быть, закрытое судейство для вас интересней? Да, конечно. И так всегда приятно. И как бы всегда есть как бы такая нервинка, когда ты ждешь и как бы волнуешься. Ну, правильно, да. То есть для вас главная концентрация на своем танце, да, я так понимаю? Ну, молодцы. Ребят, я вас поздравляю еще раз. Желаю вам хорошего настроения, удачи, тренируйтесь. Передавайте привет своим тренерам. Готовьтесь, и мы будем ждать вас на следующем нашем турнире, который будет в октябре здесь. Он будет международный. Он будет в таком же формате, но международные судьи и пары, которые приедут из других стран и городов, будут здесь в большем количестве даже, чем сегодня. Так что готовьтесь и приезжайте. Мы ждем. Все, до встречи.